Познакомьтесь с Йозефом Марком. Сейчас он возглавляет команду Паблика, платформа для издательской экономики, основанная на блокчейне. Марк изучал преюридическую учебную программу в Университете Сан-Диего. Первая работа Йозефа была в музыкальном бизнесе. Он и его партнер записывали, печатали, продавали и отправляли свою собственную музыку на виниловых пластинках, пока менеджер группы The Police не подписал с ними издательский договор для своей компании. На сегодняшний день у Марка есть опыт работы с телевизионными командами, такими как DirecTV и Verizon Fios TV. Он помог нескольким начинающим компаниям достичь большого успеха. Был соучредителем Archimedia Technology. Его первая технологическая работа заключалась в запуске новой компании, которая спонсировалась компанией Sony по интеграции систем вещания. В Sony он управлял созданием команд двух олимпийских вещательных центров для CBS, нескольких пультов управления Jump Button, огромных экранов, включая те, что находятся на Нью-Йорк Таймс Сквер. Он легко разбирается в передовых технологиях и старается обучить других, как с ними обращаться.